Сегодня у нас 10-й день реабилитации Юрия Горбенко. Результат просто отличный. Горбенко чувствует легкость в колене, уверенность. Уверенность побеждать дальше, показывать всем свой результат. Смотрим дальше. Сегодня опять попотеем, уровень сложности 10. Скорость 50, 10 минут. Потеем, разрабатываем. Для чего? Чтобы сейчас мышцы включить. Сейчас после его выходных была пауза. Сейчас опять недельный рабочий цикл начинается. И вы все будете сейчас смотреть, что мы сегодня будем делать. Надеюсь, будет весело и тяжело. После перерыва 10 минут на десятку очень тяжело. Видите, как я вспотел. Ну, продолжаем дальше. Думаю, будет очень тяжело сегодня. Я как не один такой. Видите, работа кипит, работа кипит. Базовая разминочка, ложимся на локти, отодвигаемся назад. Еще назад, 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 назад. Подняли ножку наверх, ниже. Держим. Голеностоп работает вперед, назад. Полетели. Давай, опускаем 5 секунд. Раз, два, три, четыре, пять. Пять, четыре, три, два. Один. 50 раз поехали, носочек на себя. 50 раз? Да. Без груза легче. Протонизируем мышцу, сегодня поросянки и встречи. Нога уже лучше, да? Сегодня меня уже два человека тянет. Thank you.
Две ноги. Правую. Он сказал левую. Две ноги, Тём. Две ноги с другого. А, зачем нам одна рука? Ну, иначе будет. Сколько еще?
мотивация 11, 12, мотивация 13, 14, 16, 17, отлично, 19, 20. А то по рукам легче получается. Да есть мотивация. 2-3 сделали. Здесь стрейчик пронесет. Мы немножко мышцы протонизировали. Сейчас дядя Ира будет. Дядя Юра делать БДСМ вечеринку. Смотрите, пишите. Ставьте лайки, подписывайтесь. Полностью растянулось. Это все ради вас я делаю. Терплюте все унижения, издевательства. Видите, Александр со мной уже не справляется, приходится ему нанимать других людей побольше и посильнее, чтобы меня поломать. Это только на пользу. Сам бы я такого не делал. Людей спрашиваю, вы делаете то, что я на видео показываю? Не, говорят, не, в домашних условиях мы не можем. Надо, чтобы на дам тоже кто-то стоял. Я вас понимаю. За чуть-чуть. Где сам коленостоп? Там 90 растягивает, да? Да. Я же вас не могу на колени посадить. Не уложить на спину. Если бы так хотели, это можно было сделать. Немножко нашла. Давайте вот так вам привычно гладь. Чуть-чуть и туда, и туда. И туда. Правда. Видишь, я даже сегодня не кричу. Зрители ждут этого момента, мне уже признались. Именно ждут момент, когда я кричу, когда надо мной издеваются. Только ради этих моментов они посматривают видео. Ладно? Сейчас крайний момент. Расслабьте ногу. Давай расслабьте. Хорошо потянуть. Руку доставите руку. Чуть-чуть не хватает. Не, положите руку. Поднимите. Ложись на живот. Вечеринка продолжается. Давай мне ножку. Давай ножку. Сейчас будет больно. Ой, уже больно. Да я пытаюсь расслабиться. Сегодня произошел у нас исторический момент. Дядя Юра,
коснулся. Больно. Коснулся пяткой попы. Нога уже не такая напряженная. Все. Ложись на спину, отдыхай. Отдыхай. Ложись, отдыхай. Не косёр ещё? Нет, полежать. Ты реально достал попы? С 10-го года. Лево-право. Да, лево-право. День подошел к концу. Сами наблюдаете, видите результат, какой у нас. Юра работает с грушей легко, ножка выходит легко. Вообще, отек стал меньше в два раза, появились ямки на коленке. Вот видите, видите, вот все, мышцы появились, то есть ножки стали хорошие. Да, рельеф появился. Ребят, знаете, когда вам говорят, все потеряно, то не все потеряно. Обращайтесь, мы вам поможем. Юрий Горбенко рекомендует обратиться к Александру Ерину для восстановления не только колен, но и других частей тела. Так что пишите, ставьте лайки, пишите комментарии, обращайтесь, звоните. Александр Ерин ответит на все ваши вопросы. На связи.